Певец Сергей Лазарев сообщил, что диско-бабушку Лидию Оляшеву заселили в квартиру. Об этом артист написал на своей странице. Друзья, наконец, могу с вами поделиться прекрасной новостью. Сегодня Лидия Витальевна, наша диско-бабушка из Сыктывкара, заехала в отдельную квартиру. С ремонтом, всеми удобствами, с холодильником, с телевизором, все как она и мечтала. Теперь за ее жилищные условия можно не переживать. Мы почти 10 дней искали подходящую квартиру, потому что было много вводных от бабушки, район, этаж, и нашли то, что бабушке понравилось. Теперь осталось прописать бабушку в Сыктывкаре и выделить ей социального работника, чтобы присматривал. Пишу я все это не для того, чтобы меня похвалили, какой я хороший и выполнил обещание. Нет, мне не надо похвалы. Пишу, чтобы вы порадовались за Лидию Витальевну, за которую мы все переживали. Делайте добрые поступки, и мир станет добрее. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.